1979, у нас новый обзорчик модов, вот пак МТЗ, вот видите, какие трактора у нас имеются в этом паке, вот МТЗ 808-22,6 Белорус, вот Белорус 30-22 DC1, потом вот Белорус 20-22,3, вот Белорус 15-23B, вот 15-23, вот маленький 1-22,3, и вот самый здоровый 35-22. Ну что ж, теперь рассмотрим их по очереди, что это за трактора у нас. Так, сейчас мы посмотрим, что тут у него в кабине. Видим, сейчас проверим, нету. Сейчас функции. Так. О, что-то у нас тут изменить направление. А что это за функция? Так, что-то не работает. Так, а что-то у нас... Так. Не знаю, что-то не работает, а байда. Так. Сейчас мы заведем. Вот, заводится он. Тут рычажки, такая вся байда. Прорыв, мотор мощный. Компьютер есть. Панелька вроде работает. Так. Дура хорошая. Теперь посмотрим его в магазине. Так, вот он у нас, этот трактор. Выбрать у него, сейчас как видим, 320 лошадиных сил. Можно двигатель менять на 350, больше ставить. И выбор колеса. Балансировка, широкие шины, узкие двойные колеса, двойные колеса. Вот так-то. Вот как мы видим. Ну, может быть, попробуем, что это за узкие двойные колеса. Сейчас посмотрим, что это за трактор такой будет. Так. Сейчас мы перейдем на него. Вот, видите, какой получается зверь. Вот это зверюга, да? На всю дорогу, блин. Монстр, просто монстр. Минский монстр. Вот, смотрите, да? Вот и два монстра. Кто бы захотел бы таких два штуки себе в бригаду, да? Хорошие трактора, кстати. Ну, проверим потом мы их в работе. Так. Теперь у нас вот этот трактор на испытании. Вот тоже Белорус 3022DC. Сейчас мы посмотрим, что у нас тут есть. Так, F1. Нету так. Вот мигалочка на кнопочку Home. Сейчас мы его заведем. Долговато заводится. Ух, звучок. С турбинкой. Скоро до полтинника развивает. Сейчас посмотрим. Поперли. Ну, как видим, нормальный тракторец. Теперь как он выглядит в магазине у нас. Вот он второй. Так, сейчас мы его выберем. У него ничего нету, никаких функций вообще. 303 лошадиных силы.
Бак на 500, скорость 502. Так. Так. И у нас, вот она, следующая у нас. Тут можно вставлять, видите, крепление для погрузчика. 22,3. Так, функция. Так, нет тут. Так, ну что ж. Тут попросторнее будет. Тут, видите, ничего не работает. Приборка не работает. Только стопы этот, поворотники. Так. Ну, такой модик без всяких наворотов. Кстати. Кардан у него тоже не крутится. Просто так. Трактор, короче, ребята, мало. Без малых функций. Как он, вот он выглядит в магазине у нас. Так. Вот он. Нет, а не он у нас. Не он, не он, не он. Ага. Вот он у нас. Выбрать. У него ставится погрузчик, не погрузчик. Хотя это он разве? Ну да. Но тут есть так, а тут-то 200. Ну, 200. Да, вот, но тут видите, у него противовес, а тут без противовеса. Вот у него можно погрузчик ставить, не ставить. 50 километров, 228 лошадиных сил, тоже не слабенький. Не знаю, правда, чи не правда, столько 151. Ну, короче, вы все поняли меня. Вот теперь МТЗ 1523. То же самое. Приборка тоже не работает, наверное, с этого же самого пака. То же самое, карданы не работают, ну, такой. Ну, я не знаю, как они будут работать в поле. Мы их проверим. Вот так он выглядит в магазине. Вот он у нас. 158 лошадиных сил. 250 литров бак у него. Так. Теперь вот 150-23. Это, а тот вроде был другой, да, у нас? Ага. Я уже в них запутался, в этих тракторах, если честно. А ну-ка. Вот он, 158. Вот у нас этот. Вот он, 158 лошадиных. Тут чуть-чуть больше лошадиных сил у него. Так. Ну, так же само. Все трактора с этой же серии. Ничего у них не работает. Зеркала, правда, работают. Это нормально так. Ну, вот как он выглядит тут в магазине. Выбираем тоже можно. И выбор колес стандартный, широкий и стандартный. Назад. Тут хоть колеса можно выбрать. Теперь вот наш простенький белорусик. 122,3. Так. Тут у нас приборка работает. Кардан работает. У этого работает почти все. Такой мощавый тракторец. Вот как он был сейчас у нас в магазине. Вот он у нас. 95 лошадиных сил. Ну, как МТЗ-80, только чуть-чуть мощнее, чем МТЗ-80. Чуть-чуть мощнее, чем МТЗ-80. И вот у нас Беларусь 8.26. Так. Ну, это самый серий, что этот, они похожи почти.
Только видите, у него морда отличается от этого, от вот этого морда. Тоже все работает. Тупо переделана кабина, перекрашена и морда переделана чуть-чуть, и все. Вот этот трактор, так как он выглядит у нас в магазине. Вот, у него 82 лошадиных силы, ну как МТЗ 82. Так, назад. Ну все, я вам показал все, как получается. Ну что, теперь я хочу их попробовать в поле. Сейчас и им мы, наверное, подберем культиваторы и запустим их, проверим мы их на поле. У нас первый все будет МТЗ 8.2.6 на испытании. Вот он взял такой, мы взяли ему такой культиватор. Посмотрим. Опускаем мы его. Нормально, летит, просто летит. Опа, маленькая заводочка вышла. Это походу поле не наше. Сейчас, подождите. Это типа поле не наше. Извиняюсь, забыл. Поле не наше. Теперь оно наше. Все, поле теперь наше. Так, поехали. Теперь работничек попер. Летит просто, ребята, с этим культиватором, он его даже не чувствует. Он просто с ним летит. Тупо летит, короче говоря, он... Это с такой скоростью, если он будет дисковать и культивировать, это, блин, бомба. Он быстро будет поля заканчивать, работать. Сейчас проверим, как он развернется сейчас. Испытание у нас проходит хорошо. Вот как летит. Опа, видите, все, поднял. И все, что ли? А что он закончил? Что-то я не понял. Что-то у нас братан закончил работу. Что-то уже мне не нравится. Так. Что-то у нас... Заехал и закончил работу. Что-то не нравится мне это такое. А, он типа не хочет косить посевы, я так понял. Как я понял, он не хочет косить... Да, они не будут посевы уничтожать сами по себе. Только если они не засохнут. Наверное, я думаю так. А не, разворачивается. Короче, он у нас работает. Так, все, этот трактор у нас прошел проверочку. Теперь у нас на очереди этот богатырь. Для эксперимента с каким, бачите, с каким он мощным у нас агрегатом. Агрегат рассчитанный на 360 лошадиных сил. В нашем богатыре 350. Посмотрим. О, разлаживается. Агрегатик. Так, ух. Опускается. Посмотрим. О, пошел. Конечно. А ну-ка, работничек. Пошел. Ну, червонец тянет. Хотя он рассчитанный на большую скорость, но тянет он его. Как мы видим, тянет. Наш агрегат тянет. Этот... Чудо-богатырь. Так. Можно им таким трактором делать хорошие быстренько. Конечно, не так быстро, как тот летит, но зато
тянет спокойно, он такой здоровый агрегат. Просто красавец. Опа. Конечно, у него очень длинный разворот. Если будет деревья, он будет тупо будет врезаться во все. Ну, конечно, красавец, красавец. Оп, гидравлика опустил. Все, все, короче, работает. Все, пацаны, работает. На очереди новый поменьше трактор. У нас Беларус 3022DC. У него 300 коней, 303 или 305, не помню. Взяли мы на 200 с чем-то. Тоже агромашевская. Опа, попёр он. Идет работа. Теперь работничек. Тянет он этот агрегат. У меня его Т-150 и еле-еле тянул. Вот сейчас трактор мощнее, чем Т-150 получается. Белорусик. Только у него не нравится, не то, что у него нема ни карданов, не нарисовано, нема ничего. Так вот. Просто некий такой тракторез такой. Анимации мало в нем. Зато анимация у диска, смотри, какая анимация, как валит. Аж земля, куски земли отлетают. Что-то он до конца не доезжает, этот трактор, почему-то. Рано он бросает культиватор. Подымать рано. Хотя тут он успевает. Ну что ж, теперь будем другой трактор испытывать. Следующий. Только у него, бачите, какой бок. Видите, как диск загорается белым. Видите, как светомузыка влияет. Что-то трошки недоделанный мод. Вот все. Косячок есть. Свет играет. Так, ключ опускаемый. Поперли. Что-то он его еле тянет, хотя мощность у него много. Ну, 9 километров тянет. Ну, тянет, конечно, но что-то он слабо тянет этот диски эти. Хотя у него мощности много. Там чуть, блин, не 200 с чем-то лошадей. Значит, все-таки ошибочка там вышла. Я как понял, там ошибочка вышла. С описью у него света обода и ошибка с прописанными конями у него. Так, вроде трактор на вид вроде бы ничего. Так, оп, сейчас развернется наш. По-моему, как будет разворачиваться наш работник. Мы видим, он так разворачивается. Легко. Оп. Ну, с работником вижу нормально все. Все опускается, все работает, все работает. Ну что ж, все, наверное, да. Все, на следующий у нас будет другой трактор. Увидимся уже в следующем испытании. Какое-то чудо-чудо-десный. У нас культиватор какой-то такой прикольный. Так. Он на 140 коней. В этом тракторе 161 конь. Посмотрим, как он с ним будет так разлаживаться. Смотрите, как прикольно эта байда разлаживается. Какой прикольный культиватор. Пускаем. Поперли. Спокойно он с ним работает. Спокойно, просто спокойно. Тоже летит 14 километров, даже не чувствует наш МТЗ. Это все. Даже тракторист в рукавицах, вы видели такое? Смотрите, в рукавицах. Все как по технике безопасности. Красавчик. У него бак на 200 с чем-то литров соляры. Ну, как видим, все нормально работает. Все пучком. Ну что ж, на следующий у нас будет вот на испытании трактор. 105-23 просто без Б.
типа такого, только он чуть-чуть слабейший. Культиватор похожий на тот. Так. Сейчас мы сюда встанем. О, работает. Теперь работничек наш. Ух, красота. Смотрите, как грязь летит. Вот это он валит. Кстати, за новый мод тоже. Мод культиватора скачал недавно. Так. Работничек у нас работают. Просто он закончит там и не с самого начала. Ну, работают работники. Так, все пучком, все работает. Что у нас будет следующий, последний уже трактор для нашего обзора. О, еще один трактор. Тоже самый маленький. Он хорошо, видите, как так само хорошо едет. Почти 20 километров. Он работает, все пучком. Культиватор для него это бомба. 122,3. А, это средний, самый мощный. Самый слабенький у нас там был. Он самый первый у нас был. Ну, короче, вообще летит почти 20 км в час. Короче говоря, будет поле на такой скорости херячить. Это просто жесть. Так, работник тоже нормально работает. Конечно, ему мощнее ставить культиватор надо, чтобы он так не гонял с такой скоростью. Ну что же, я вижу, наши моды справились со своей задачей. Ну, конечно, на любителя некоторые есть у них и недочеты. Ну а так вроде пак ничего, так можно погазовать для разнообразия. Кому понравился, ссылочка будет на эти моды в описании. Что ж, всем спасибо за просмотр. С вами был Тоха1979. Что ж, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк, если понравилось. Пишите комментарии. Вот наша банда стоит. Вот, видите, какая банда тракторов МТЗ. Красавцы. Минский агрохолдинг. И видите, какая просто бомба здесь. Так, ну что ж, всем еще раз до свидания. Увидимся на моем канале. С вами был Тоха1979. Ждите мои новые обзорчики, новые моды, которые будут появляться. Я буду смотреть, тестить их. Будете, ну, короче, кому понравится. Также мои прохождения на картах смотрите. Балдейкина, Петровка, Совхоз Заря. Может, какую-то новую карту замучу. Посоветуйте мне, пожалуйста, напишите в комментариях, на какой карте поиграть. Я посмотрю, что за карта. Ну что, всем еще раз пока. Увидимся на моем канале. С вами был Тоха1979. До следующей встречи, пацаны, на моем канале.